Здравствуйте. Пришла маленькая китайская посылка. Точнее, даже не пришла, ее просто бросили в почтовый ящик. И меня очень сильно она озадачила, так как здесь заявлено. Так, в описании. Ну, насколько я понимаю, это какие-то запчасти для автомобиля, да? И цена $3. Вот сколько я не вспоминал, ничего не вспомнил похожего на запчасти для автомобиля, поэтому мне самому интересно, что здесь находится. Так, я как-то неаккуратно начал скрывать, а вдруг что-то интересное, да? Ладно. Вот что они обозвали. Карпац. Ну, я думаю, уже понятно, что здесь находится. Фокус. Это вот такая вот небольшая USB-лампочка. Да? USB-лампочка. Так. Причем она, оказывается... Угу. Я видел ее вот в таком вот виде. Оказывается, здесь еще и... как это называется? И крышечка есть. Это очень здорово, знаете ли. Итак, здесь у нас... Три светодиода, да? И, по-моему, больше ничего нету, да, никаких дополнительных опций. А, есть еще вот отверстие для темляка. То есть, по идее, это можно даже носить на ключах. Прикольно. Ну, прикольно-то прикольно, но самое главное, работает ли? Ну что, проверим. Есть у меня вот такой вот небольшой пауэрбанк. Он на двух батарейках 2А. Вставляем. Ну, здесь обычный USB. Проверяем. Ну, и что мы видим? А мы видим, что он чуть-чуть только светит, да? Лампочка работает, но работает очень и очень слабо. Ну что, давайте перейдем на настольный компьютер. Посмотрим, будет ли там она работать во всю мощь. И снова здравствуйте. Перешел я в другую комнату, где у меня стоит мой рабочий компьютер. Приглушил в комнате свет. И давайте теперь проверим, работает ли лампочка с USB компьютера и как она будет с ним работать. Так, беру лампочку, вставляю светодиодами вверх. Опа! И будет свет, как говорится. Светит очень ярко. Даже больно глазами смотреть на свет этой лампочки, если честно. Так, еще что можно сказать, кроме света? Ну, светит, кстати говоря, белым светом, да, тут желтого я не вижу. Чуть-чуть греется, но чуть-чуть, хотя, может быть, со временем она нагреется больше, да. Работает, да, то, что надо, работают все три светодиода. Чтобы было понятно, насколько хорошо работает, ой, извините, свет попал в глаза и даже глаз режет, если честно. Чтобы было ясно, насколько ярко работает именно с компьютером, да. Вот давайте сравним тот же самый Powerbank на 2 АА батарейки. Опа. Тоже работает, но, как видите, работает, ну, ну да, светит. Ну и что? Светит, но не освещает. Жалко, конечно. Я-то хотел использовать эту лампочку именно с Powerbank'ами. Но боюсь, что не получится. Вот такая вот интересная штука. Вполне себе рабочая, заслуживающая внимания. Особенно за свою цену. Была приобретена по акции, стоила меньше доллара. По-моему, 60 центов, но могу ошибаться. Ссылку на товар дам под видео, естественно. Если она будет недорогая, то, в принципе, заслуживает внимания к рассмотрению и даже к приобретению. Ну, а если больше доллара, то, я думаю, логичнее будет купить просто светодиодную лампу. Там за доллар с чем-то уже можно на Али приобрести нормальные светодиодные лампы. На этом, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание и до свидания.